Франция должна отстаивать свои интересы и защищать свои рабочие места при рассмотрении слияния компаний Renault и Fiat. Об этом заявил министр финансов страны Бруно Ле Мэр. Он отметил, что его правительство будет добиваться при слиянии компаний 4 гарантий. В их число входит добрая доля мест в Совете директоров и укрепление Альянса как лидера по производству электрических аккумуляторов. Напомним, два ведущих автопроизводителя ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном объединении. Потребность в слиянии возросла в связи с проблемами в сфере электромобилей, ужесточением норм выбросов и дорогостоящими новейшими технологиями подключенных и автономных автомобилей. Отметим, что объединение стоимостью 35 миллиардов долларов скажется и на конкурентах, таких как General Motors и Peugeot, производители PSA Group.